На сцене Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры». В сезоне 2015 года оркестру исполняется 45 лет. Мы думали, это круглая фраза, дата, но, как выяснилось, это полукруглая. 50 лет теперь считается круглой датой для оркестра. Может быть, так было и всегда. Но мы, памятуя о известной народной пословице про бабу, которой в 45 лет известно, что она ягодка, мы встрепенулись и создали целый цикл новых программ. И сегодня из каждой программы мы немножечко набрали и сделали вот такое ассорти. Вы сегодня услышите то, что уже было проанонсировано в нашей афише, от романса до джаза. Ну, как выяснилось, у нас еще и есть классические произведения. И только что вот как раз Петра Ильича Чайковского произведение прозвучало тому доказательством. А сейчас визитная карточка оркестра. Александр Широков специально написал это произведение для «Русских узоров». «Сельские музыканты».
дни Нижегородской ярмаркой разливался малиновый звон. Каруселью кружила была ты гордою, из парчи ты была и тряпья, и летела над матушкой Волгою разудалая песня твоя. Неуявная, звонкая, грустная, ты прославить могла и сгубить. Эх ты, ярмарка, ярмарка русская, разве можно тебя позабыть? Твои здесь рождали шалятины, что поведать потом о тебе? Не в российские и не французские карнавалы с тобой не ярмарка. Еще два слова об оркестре. Замечательный оркестр, уникальный. В его составе нет никакой эклектики. Музыкальные инструменты целиком те, которые признаны в русских оркестрах. Нет электромузыкальных инструментов, чем сейчас грешат многие и народные, и симфонические оркестры. Группу духовых инструментов отличает то, что инструменты созданы, многие из них, большинство из них, самими музыкантами. Это и брелки, и желейки, и рожки, и свистульки, а также ударные инструменты. Это и... Вот скажите, какие у нас? Свирели. Свирели. Нет, свирели — это тоже духовой инструмент. Вот у меня здесь написано. Барабанки, рубили, хлопушки. Ну, естественно, трещотки и ложки. Свирели есть, да, свирели, но это духовые. Да, еще есть, нет, пилы у нас нет. Я вот не помню, чтобы была пила. Может быть, здесь где-то у меня в листочках написано, но я не помню. Вот подтверждение всего того, что я сказал. Вы сейчас услышите несколько инструментальных пьес, где и познакомитесь с инструментами, которые во многом сделали сами
музыканты оркестра. Марк Вахутинский, замечательный композитор, который специально писал для русских узоров. Многие композиторы, которые, произведения которых вы сегодня услышите, написали свои инструментальные пьесы, обработки песен именно для русских узоров. Один из них, Марк Вахутинский, «Полянка», соло на свирели, заслуженная артистка России Ирина Буянова. Александр композитор Александр Широков. «Ливенская полька» исполняется без дирижера. Thank you.
Солист оркестра Анатолий Дмитриченко, гармонь. Композитор Марк Вахутинский, «Ах вы сени». Соло на желейке исполняет заслуженный артист России Сергей Мишин, который работает в оркестре со дня его образования, то есть 45 лет. Послушайте. Заслуженный артист России Сергей Мишин. We'll be right back.
раз ем кроме альма.
Что глядите на меня, темно-голубые?
прекрасна гладь морская, как влечет она, сверкая, сердце неже и лаская, словно взор твой голубой. Слышишь, прочит апельсин, summer.
заслуженная артистка России Наталья Васильева. Оркестр «Русские узоры». Дирижер Олег Тарасов.
моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокой нет хода никому. А в терем тот высокой нет хода никому. Я знаю, красотки, есть сторож у крыльца, никто не загородит дорогу молодца. Никто не загородит дорогу молодца. Войду я к милой в терем и брошусь в ноги к ней. Дочка, хоть и мне была бы только тройка, да тройка порезвей. Была бы только тройка, да тройка.
час обещанный джаз. Долго мы его ждали. В этом году в Московской областной филармонии событие. В нее влились два солиста, два заслуженных артиста, всемирно известных джазовых музыканта. Это Андрей и Михаил Ивановы. Может быть, многим знакомо это имя. Видите как? И в нашей филармонии они возглавляют направление вот этого этно-джаза, так называемого, который возник, вот, наверное, не так давно в истории. У нас создан в филармонии этно-центр, который вот на сегодняшний день они развивают и возглавляют. И вы сегодня познакомитесь с двумя произведениями, братьев Ивановых, которые совместно с оркестром «Русские узоры» вошли в программу и их, и наших концертов. Послушайте, пожалуйста, одно из произведений будет исполняться впервые, но а то, которое уже звучало, называется «Попурри» на темы произведений братьев Ивановых. Итак, «Попурри». Андрей Иванов, контрабас. Михаил Иванов, соответственно, фортепиано.
Ой, ты Россия, ой, матушка Россия, ай-е-е-е-е-е-е. Не всякий профессиональный хор так споет. Мы приближаемся к завершению нашей программы. В сопровождении оркестра поет лауреат всероссийского конкурса Вадим Судариков, солист оркестра «Русские узоры». Андрей Никольский, «Я люблю тебя, Россия». Дирижирует основатель и художественный руководитель оркестра, народный артист России Владимир Александрович Зозуля. Почувствовал в себе
на смерть раненое сердце. Теплотой родной земли я люблю тебя, Россия. Над обрывом у реки я люблю, чтоб небо в синем и чтоб в поле васильки. Я люблю тебя, Россия, более памяти люблю. Журавлей печальных крылья унесут тебя в весну. Неужели все пропало, и надежды больше нет? Ну за что ж ты так страдала и страдаешь столько лет? Плачет ива над рекой, будет плакать, не проси. Этот край обитый болей, Боже, я молю, прости. Я люблю тебя, Россия, над обрывом у реки. Я люблю, чтоб небо в синем и чтоб в поле васильки. Я люблю тебя, Россия, болью памяти люблю. Журавлей печальных крылья унесут тебя в весну. Унесут тебя в весну. Спасибо.